пока я ж не знаю. Сторис выложи. Не, я ж ничего не буду. Вот и бардачок хочу. Не поминайте лихом. Не болтай, там было. Шлем одеваешь? Не шлем. Большой, сразу комплей, такая рама, слушай. Ага. Вечер, рукавица не одевайте сначала. А то что нету под всеми, да? Да нет, я тоже. Вот так сверху, да? Да. И разошло держаться. За что хочешь. Когда сядешь, ты поймешь, да. Ты можешь облокачивать раз, работать. За вот этих не отломается, я держусь за ним. Прости. Можешь одной рукой держаться, можешь двумя, можешь за ее. Как тебе удобно? Ты должен сидеть так, чтобы тебе было комфортно. Ой, класс. Ян, больше 130 не едет. Я не буду даже с прогрессом ехать. Да едь как едешь. Нет. Потому что уже 150 начинает ветер сильный как-то бултыхать. А шлем знаешь, как одеваешь? Так вот берешь так вот. Да что же знаешь. Чпух. И натянешь. Давай рукавицу. Хорошо одеваю. Вот найдем. Ну, смотришь, не закрывай. Просто вот рот закрой, как тебе, чтобы ты же дышал. Ну, ты же это ж не маску одела от коронавируса. Вот так должно быть? Зачем? Просто, ну, я так. Так, правильно. Ну, ему большая, но все равно... Ну, не надо, если тебе большая. Ну, что это за? А тут что? Сейчас иди я надеюсь. Гена, на колени ко мне? Да не надо. А эти пиазы с шнуром навязаны? Калюня, ты снимаешь? Гена, если что, остановишься, я пересаду. 150 километров не затянет. 150 километров это еще 50 километров, поэтому... 150 километров это еще и 150 километров. А я за собой, капец, а я на мотоцикле, я за собой, я закрываю. Нет, слушайте, я быстро учусь. На, одевай. Когда поедете, закрой что-то. Ну что, скажи куколкам, что ли? Вспоминайте лихом кукол. Ты такой интересный. Ты знаешь, как этот, как хоккеист этот, вратарь хоккеиста выходит такой весь. Только не клюй меня шлемом сзади, затылок, да? Не, он же будет сидеть нормально. Это я ниже сижу, потому что не достаю до педалей. Ну попробуй вытащить опять. Так и одет твои рукавицы. Они меня. Забрала? Да. Рукавицы, мой шлем, подшлемник. Смотри, чтобы шлем у тебя не валялся по машине тоже, а то поцарапаешь. Это мой шлем, я за него сама себе отвечаю. Ты за своим смотри. Что мне хочется? Ой, шлем на стол лежал, да. Вы как в космос собираетесь, елки-палки. Мы проехали сегодня 500 километров, еще осталось 150. И вы теперь как будто, я не знаю, куда вы. Огрелся на солнце. Как космос собираетесь? Все, поехали. Ну, Ир, подержи минуту, я сейчас тряпочку хочу. Подожди, подожди, сам не садись. Ой, так, Самвел, ты понял, слышишь? Если что, стучи его ногами, он это... Гена, не гони, пожалуйста. Гена, не гони. Я буду нервничать. Пузо вывалил. Гоняйте, поехали, Коля. Ну сейчас мы вас снимем. Давайте с Богом. Зайчик поехал наш. Так, ну, Коль, выключай, как там. Сидит, держится. Выключай, поехали. Покажем вам самбылку нашего. Едет зайчик наш. Да тут котяра мешает кулит. Сидит и походу ему, наверное, нравится. Руками держится. Да, да, не надо. Руками держится. За ручки. Говорил, за Гену буду держаться.
держим. Да, за ручки, за ручки. Не открывай. Молодцы, держитесь. Зараза. Это Ирочка вулканические херни, короче. Они тут жили? Да, и представь, вот эти люди жили вот этих скалах. Честно, я боюсь тех людей, которые смогли жить вот этих скал. А где же они тут жили? А вот там вот в дырки эти залазили, там и жили. Это пещерный город, так называемый. Я не знаю, как... У него экскурсий нет, сами, ну... Да, есть как-то. Ну, залезть туда. Ну, как-то есть, Ира. Там тропы, ты можешь сама пойти. А тебя... вот тут, смотри, как зубучие песни. Да, это такая, смотри, вообще, как классно. Типа меренги, да? Как ты ехал? Скажи. Ира, хорошо. Единственное, что, знаешь, я вообще кайфанул. Что? Кайфанул вообще. Да? Единственное... А я Коля говорю, сейчас ему еще говорю, понравится, он скажет, что надо, не хочу. Русь, иди. Куда? Да не хочу, я не хочу. Не хочу. Вот это под пальцем кустом фотографировать. Чего ты плюешься? Я не хочу, я не буду фотографировать. Не хочу. На фоне этих всех. Ой, сказал. Фотографируй, давай. Нет. Я не хочу. Давай. Вообще, конечно, красота. Такие. Там, видишь, можно походить самим. Вон люди там ходят. Вон, видишь, что там вот вверху. Это можно под... местное. Да ну и что, ты можешь он по дороге пойти мимо этих домиков. Кто тебя выгонит? Никто. Ходи сколько хочешь. А ехать классно, Ира, просто стрёмно, знаешь, вот в эту сторону, в левую, не страшно поворачиваться, страшно поворачиваться в правую. Правда. Почему, не знаю, у тебя тоже так? Мне тоже в какую-то удобнее. А вот как-то наоборот. В правую, ты знаешь, я даже глаза так закрывал, думаю, так, все. Ну, потому что она тебе кажется, что она... Что, тупо дух, да. А на скорости, конечно, круто ты все. Да? Я прям кайфанул. А Коля едет 200 километров. Представляешь? Таким, я как раз и представила. Таким и мы ехали. Да, ты знаешь, я не поверила своим глазам. Таким и 200 ехали. Вы? Да. Спроси. Садись. Ехали. Ой, какая красота, ребятки, вообще. Конечно, у меня внешний вид еще тот. Ой, вообще, конечно, жесть. Вот тут надо поездить, тут это очень красиво, можно самим поездить. Как-то вот эта девочка, что ехала, она, у нее есть там описание, как ехать. И можно самим поездить. Ну тут есть долина любви, долина еще чего-то, разные ущелья, долина, красивые. А долина злости есть тут? Долина шупик. Долина варана есть. Я спрашиваю, что, глянь, смотри. Поехали, он наш отель. Недалеко уже. Знаешь, люди там жили. Я честно. Я себе не представлял даже, какое оно. Боюсь тех людей, которые могли там жить. Это? Не знаю. Это что-то за люди были. Обалденно. Когда-то я это видел по телевизору, давно-давно показывали передачу. Вот эти вот скалы. Думаю, что за бред. Ой, не, я не хочу это смотреть. А что ты, Ир? Что? Боже мой. Глянь. Баранья. Так она свежая. Она свежая, Ген. Все, поехали.
Я не пойму, за Костю было? Там он туалет ВС написано. Что, едем, да? Аж страшно, слушайте. Ой, приехали, ребята, в отель. Вот он наш отельчик. Не провоцируй собак. Это отель или что? Что так много собак? Собаки не рискнули за Ирой идти дальше. Вот, ребята, это картинка, где взлетают шары, но сейчас их нет. Я боюсь собак. Ты зайка красива. Сосочки здоровья, ты так богато родила, да? Богато. Да, богато родила, моя хорошая. Она не привыкла к ласке, наверное. Такая серьезная собака. Ренни? Ну а что, собаки хорошо охраняют. Вот эта бузина называется, Ира, вот это. Вот эта бузина растет белая. А это вот у тебя, Коля, такое во дворе. Такие вот. Вон у меня вот такой. Ну да, да, и вот это такая. Ира, я кайфанул вообще. Кайфанул вообще. Ну, страшно, говорю, только на поворотах, когда вот сильно кажется низко, и тебе хочется. Ну да, ну тут ничего еще, ну вот как-то в дороге ехали пару раз, ох, мне еще и фура, знаешь, мне кажется, бляха, сейчас падаем под фуру. Я так глаза закрыл, думаю, так, Гена знает, что делает. Знаешь, вот, ну а вообще, конечно, мы 200 ехали. Он разгонял, разгонялся, говорит, 200, говорит, ну ему понравилось, говорит, с тобой удобно. Удобно, говорит, ты сел, говорит, как вкопанный, говорит, вообще понравилось, говорит, с тобой. Ой. А Wi-Fi есть тут? Да? А ну-ка. Ира, выбирай. Тебе право выбора. Чтобы тебя как-то тебя сгладить твою. Марина, вот тут давай. Это мистер Маринов. О, красиво. Вот прям на это. Мистер и миссис Мариновы. Парни, okay, this is your key. Спасибо. And all towels inside the cabin. Все прекрасно. Ага, полотенце туда. А у вас выше? Да. Да. О. Красиво. Так как мне нравится в таком стиле. Ну, тоже самое. О. Да? Красиво. Сам байк можно, да? Конечно. Спасибо. Так, я не могу спросить. Коля, на зачем спрашиваешь? А ужинать не дают тут? А ну. О. Ой, класс. Hello. Боже, тут можно... Смотри, какая красота. Ира. Спроси, что у нас еще ужин будет? Да не, ужин. Не, у нас только завтра. Много хочешь. Завтра здесь ну, можете делать фотографии. Да? Да. Красиво. Можно посидеть вечером, да? Да. Ну туда обуви можно ходить, может туда не раз. А что-нибудь развивать, что ли? Ну, я знаю. Ну как это? Я интеллигентный человек, я должен спросить. Пойдем
там чемоданы возьмем. Пойдем. Хорошо, скажи, я байк поставлю. Вот. Сколько, Ира? Что, не помоем? Ну, как-то так. Ну, Ира, это колорит, да. Все колорит. Меня смущает, что нету людей. Ну, говорит, мало, 5 номеров, маленькие. Центре, это мы маленький отель, мы, говорит. А что такое брейк? Это ужин, бесплатный завтрак. Это завтрак. Ну. А ужин, это не ужин. А вы хотите ужин? Ой, я только ничего не хочу, да. А по городу пройдемся? Вот по городу пройдемся. А пусть чуть-чуть я отдохнем и пойдем. И оно будет цвет, подсветка красивая. Представляешь, вынос мозга? Ты мне говоришь? В смысле? Что я вынос мозга? Зайчик. Я делала, он прошел 150 километров. Проехал на мотоцикле, и он делал на нем крылья. Ей не понравилось со мной ехать, он говорит. Ну так езжай со всеми, я уже с Геной не поеду, какие проблемы. Ой, да. Я еще за штаны сниму, дам тебе. Ревность, страшная сила. Красивый номер, обалденный. О. Какой красивый город этот. Вот этот вообще Каппадокия, вот это, боже, какая она красивая. Какие там в центре все эти вулканические извержения, в виде отелей из них сделали. Очень классно. И такие стены, знаете, как типа тоф или не знаю, что это какая-то, какой-то кирпич, вы понимаете? Такое как, ну, прикольно. Собака носится. Такая постель. Царская. А Ира как раз вот под низом с Геной в таком же номере.